Размер выплат на детей от 3 до 7 лет теперь будет зависеть от среднедушевого дохода семьи с учетом самой ежемесячной выплаты. В Магаданской областной думе прошло заседание, на котором депутаты рассмотрели 30 вопросов. Парламентарии обсудили выплаты малообеспеченным семьям, оплату проезда школьников, увеличение выплат оленеводам. Теперь оленеводам за работу в тундре будут платить не 6, а 8 тысяч рублей. Кроме того, снизится размер налога по патентной системе для предпринимателей, которые заняты в торговле. Также совершеннолетние школьники теперь смогут воспользоваться бесплатным проездом в период учебы и в течение 3 месяцев после нее. Губернатор Колымы Сергей Носов предложил предоставить такое право и студентам. Я предлагаю Думе вместе с правительством проработать этот вопрос, просчитать экономику, а также юристам, после заключения предложить и решение или формулировки, и после положительного заключения прокуратуры такой закон может быть принят.